Здравствуйте, мои дорогие зрители, снова с вами Шура. Сегодня мы опять на стройке, тут не стройка, а восстановительные реставрационные работы дворца Букульон, которому больше 1600 лет. Как видите, за мной вот такое вот место строительства. Не строительство, а реставрационные работы, да? А внутри снимать нельзя, можно только снаружи. Поэтому я попытаюсь что-нибудь вам поснимать. Дворец Букульон, вероятно, был построен в V веке во время правления Феодосия II, 408-450 годы. Местоположение дворца ранее было известно как Хормистас, но во время правления Юстиана I, 527-565 годы, он был назван Букульоном в связи со статуями львов и быков в небольшой гавани перед дворцом. Впоследствии Букульон стал частью комплекса Большого дворца. Дворец служил основным жилым помещением для византийских императоров в период с 9 века по 11. Кроме того, здесь проводились такие торжества, как коронация, церемония победы, рождение детей от императорской семьи и свадьбы. Для детей императоров было важно традиции рождаться в фиолетовой комнате, облицованной порфировым мрамором. Дворец был захвачен в 1204 году Бонифацией во время латинской оккупации, то есть во время 4-го крестового похода на Стамбул, и был заселен латинскими императорами между 1204 и 1261 годами. Впоследствии дворец был заброшен вместе с большим дворцовым комплексом. Часть дворца была снесена в 1873 году, чтобы освободить место для строительства железной дороги. В 2018 году мэрия Стамбула объявила, что дворец станет музеем под открытым небом. И в этом же году начались реставрационные и восстановительные работы дворца. В процессе археологических и восстановительных работ были найдено очень много артефактов, в том числе и захоронения, которые относятся к 13 веку. Некоторые части убранства дворца Букульон можно увидеть в данный момент в археологическом музее, в том числе и львов.